А ну? О-хо-хо-хо-хо-хо! Смотри, это массовая атака молний. Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс. С вами, как всегда, Вовкин. И сегодня мы поиграем в Looney Tunes Безумный мир. У меня здесь очень много новенького, что произошло. Давайте же все это посмотрим. Для начала зайдем в банк. Посмотрим, может, что-то можно открыть. Нет, ничего нельзя открыть. Совершается атака, кстати. Ха-ха, надо будет ее отбить. Так, давайте заберем награды. Забираем. Забираем. Так, в общем, все позабираем. И, ребяточки, прям очень много чего здесь новенького, как я уже говорил. У меня тут дофигища просто новых персонажей. Смотрите, где они, герои. Вот так. Смотри, кто у меня появился новый. У меня появился пес Десперадо, представляете? Просто отличнейший боец. Короче, у него есть всякие там прикольные ударчики. Может быть, сегодня мы даже это потестим. Всякие он там штуки свои делает. Так, кто у меня еще из новеньких есть? Так, 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 смотрим внимательно, внимательно. Вот, ребятушки, кто это? Посмотрите, это Гектор Астронавт, представляете? Тоже очень крутой, смотри, какой он. Хм, зашибись. Так, кстати, он уже у меня 41 левел. И, ребятушки, еще у меня много неоткрытых персонажей, но карты, на которых я уже собрал. Кстати, вот, видимо, Лезьех. Как-то так, вот она тоже такая страшненькая, зелененькая, но... В то же время забавная какая-то такая, да, прическа у него крутая. Какой-то череп там торчит, палка. Я ее не прокачал еще, потому что, ну, как-то пока не вижу в ней смысла, вот, особо. И смотрите, ребятушки, у меня еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 новых персонажей, которые я уже могу открыть. И знаете, кого я хочу открыть в первую очередь? Вот не знаю почему, но мне почему-то хочется... Доктор Собакштейн. Откроем, наверное, сейчас его. Смотри, у него какие-то там ножницы висят офигительные. Потом вот эта штука, как у доктора, правда, который слушает вот эту спинку, грудку, все такое. Давайте, в общем, оп, активируем его. Давно я прям мечтал, но не открывал, потому что хотел именно на видосике его открыть. Так, смотри, две звезды. Ну, не густо, конечно, окей. Так, и что, повышение уровня мы можем? Там, нам нужно еще 49 частей еще нужно найти, чтобы хотя бы трехзвездочному сделать. Так, смотри, у него сила 575. Что он там, отличный персонаж поддержки. Превосходно умеет наделять свою команду критическими ударами и исцелять союзников, попавших в беду. Редкий. Вот так вот, доктор Собакштейн. Так, кстати, ну что, давайте, может, его немножко прокачаем. Если у меня, конечно, там есть... Зелье вот это прокачки. Что-то я совсем забыл. Давай повышение уровня посмотрим. Ух ты, а у меня-то оно есть, смотри. Вот, сразу-то 15-го, ты видел? Вот так вот. У меня, кстати, денег 203к, представляешь? Нормально, короче. Так, мы его сразу прям сейчас лихо, наверное, прокачаем, да? Ну, насколько это возможно лихо. Так, до 34-го дойдем. Yes! Дошли до 34-го. Вот так вот, с 1 до 34-го. Ю-ху-ху-ху-ху. Нормально. Собакштейн рад. Хвостиком виляет, смотри, по собачьи прям. Молодец. Так, ну что, мы давайте сразу же поусиляем. И, наверное, сейчас пойдем возьмем его в бой. Посмотрим, что это за доктор Собакштейн такой. Что он вообще умеет? Может, вообще собачью команду собрать, да? Взять туда пса Деспераду, Собакштейна. Ну и все, наверное, больше нет собак здесь. Есть только волк, либо койот. А так больше собак вроде бы нету. Так, ребятушки, пока я его усиляю, вы можете поставить свой королевский лайкосик. Он очень нужен. Он пригодится для развития видосика. Чтоб видосик попал в топ, поставь свой лайк. Так, ну что, усиляем. Усиляем 8. Пока нам тут всего хватает, так, 9. Окей, хорошо. До 10 сможем? Да, смотри, у меня этих кинокамер дофига. Прям 12 штук уже. Так, усиление вот этих тоже полно, баночек зеленых. Так, 11. До скольки его прокачаю, как вы думаете? До 15, может быть. А может и дольше. Смотри, кинокамеры. Уходят кинокамеры, конечно, уходят. Ну, а что делать надо, ребятушки? Надо посмотреть этого Собакштейна во всей красе. Люблю собак просто. Так, 15-ка, смотри, уже прокачал до 15-го. Так, может, до 20-ки дойдем? А, нет, все, не хватает одной кинокамеры. Ну и ладно, и фиг с ним. Так, что у нас, какой он уже?
Сила 2259. Отлично, а был там что-то 570 с чем-то, насколько я помню. Так, ну что, куда пойдем, ребятушки? О, смотри, у нас ограбление. Ящик украли. Реванш. Будем отбивать свой ящик. Так, что, Собакштейна сюда возьмем? Можно, да? Вместо кого? Вместо Бакса Банни. Где наш Собакштейн? Так, пес Деспирадо тоже, конечно, хороший парень. Кстати, я вам тоже его не показывал, но давайте сейчас я возьму Собакштейна, а потом уже покажу вам пса Деспирадо, потому что Деспирадо-то я уже видел, а Собакштейна мне прям самому не терпится посмотреть, что он умеет вообще, какая там анимация, все такое. Не знаю, я прям как ребенок, мне нравится смотреть вот эти всякие анимации. Так, это что у нас, Даффи Гуд? Да, давай, покажи, что ты умеешь. О, он уже нормально так зашивает, да? По минус 104. Так, это, ага. Это наш скунсик. Читерский скунсик. А я не офигачу, смотри, агрится на него. Так, Собакштейн, давай смотрим его первый ударчик, самый такой обыкновенный. Давай на баксе парикмахера посмотрим. Хо-хо-хо, его молнией шандарахнуло. Ты видел? Прикольно. Так, отлично. Добили, короче, Бакса Банни парикмахера. Парикмахер, так. Да фигут, давай. Ух ты, нормально. Читерский скунсяра тут нам помогает. Лечит. Прям отличная карта. Я, короче, его тоже прокачиваю, как могу. По максимуму. Так, ну что. Давай обычный такой ударчик от... Кчуасэм? Что-то такое. Так. Собакштейн, давай второй твой ударчик сейчас посмотрим. Так, вот это, второй. А ну. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Смотри, это массовая атака молний. Офигенно. Блин, мне кажется, сейчас в этом бою мы третью атаку не увидим просто-напросто. Почему-то мне так кажется. Потому что хана ему сейчас будет этому Даффи Даку. Хотя нет, смотри, мы сейчас ее должны увидеть. Ай, нет, Кчута. А, нет, увидим. Это провокация. И вот, мозги какие-то в банке. Что это такое? Давай поглядим. Повышение критического удара. Все, отлично, теперь я понял. Первая атака просто молнией на одного человека, ну, на одного игрока, да, персонажа. Вторая атака это массовая, всех фигарит молниями. И третья это повышение там атаки, что-то такое. Хм, вот так вот. И интересно. Так, в следующий бой возьмем, ребятки, пса Деспирадо. Он тоже очень крутой. Так, что у нас? Что тут открывать? Ничего не будем. Ай, давайте герой вестерна откроем, 5 минут ждать. Хотя, в принципе, можно пока и подождать. Так, что, нам нужно пойти, в общем, в компашку, да? Тут, ребятушки, тут у меня еще для вас одна небольшая новость. Мы идем в мир. Как вы видите, у меня уже 41 уровень, а это значит что? Это значит то, что я открыл космос, наконец-таки. Вот, ребятушки, это территория космоса. И вот у меня уже тут... Пес Гектор Космонавт. И ведьма это Лейх Зех, что-то такое там. Вот, короче, избушка этой ведьмы. Такая, как маска викинга с рогами. Шапка викинга, что-то такое. И вот тут под куполом песик живет. У него там домик, ты видишь, там лавочка есть. Что-то какой-то люк, там трава цветет, растет. Все нормально. И почта. Кто им почту приносит, я не знаю. Какой-то космический почтальон, что ли. В общем, красивая локация. Так, что у нас предложения какие-то? Что тут предложение? Что-то бесплатный сундук, наверное. Так, бесплатно. А что бесплатно, то приятно. Так, забираем. Так, о, хорошо. Энергии 10. Молнии. Так, реатомизатор. Кстати, ребятушки, ядерный реатомизатор, это очень круто. Вот кто из вас не играет в эту игру, не знаю, не пожалеете, если скачаете, начнете играть. Постоянно какие-то плюшечки. Что-то такое интересное. В общем, мне нравится. Надеюсь, вам тоже понравится. Так, ладно, идем в главную. Нам нужно до ядерного реатомизатора 9 илудиума накопить, да? Потому что ядерный реатомизатор это что-то с чем-то. Там, короче, очень много всего выпадает. Так, смотри. Мы можем пойти, допустим, вот сюда. Тут я вообще еще ничего не прошел. И тут, кстати, 13 илудиума. Давай посмотрим. Сможем ли мы вообще здесь что-то атаковать? А, вряд ли. У меня тут эти чуваки как-то вообще не прокачаны, да? Что-то я прям про них подзабыл совсем. Все трачу, короче, на новых игроков, на новых персов.
Так, ну ладно, окей. Пойдем в космос. Может, что-то будет нам у нас интересно. Смотрите, в космосе, короче, я тоже все попроходил, 10 из 10. Вот, тут просто на автопобеде собираю илудиум, улучшалки вот эти, мощное зелье опыта собираю. Ну, мелочи приятно, как говорится. Так, что, где мы здесь остановились? Так, вот это я проходил, вот это я проходил. Вот здесь я, по-моему, застрял, я не смог пройти. Посмотрим, что-нибудь смогу я здесь сделать или нет. Так. 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 Смотри, Собакштейн сильнее, даже 34 уровень Собакштейна сильнее, чем 40-й. Собакин, как его зовут, я забыл. Смотри, 12230. В принципе, как бы мы должны затащить. Ха. Давайте попробуем. Не уверен, конечно, что из этого получится. Ну, сейчас глянем. Так, ну что же. Загрузка. Грузись быстрее. Так, все, вот мы, ребятки, мы в космосе. Что делать, с кого начинать? А, я вот, вот эта собака, короче, она тут самая такая подлая. У нее, смотри, сколько хпшек. Ну, мы, наверное, сначала избавимся от вот этого, да? Гектор Космонавт. Сейчас мы его, наверное, с одной тычки бахнем. А, нет, с одной не вышло. Так, сейчас, наверное, начнется тут провокация всякая, все такое. Ага, ага. Ну, что делать? Ну, давай будем свинку мочить. У него тоже хпшек, в принципе, немало. Он еще и лечит, ё-моё. Опача, смотри, Собакштейн. Удар молнии, ё-ха-ха-ха-ха. Он такой прям, да? Это что такое? А, это... Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Этот псинкин вынес с одного удара моего Собакштейна. Что такое? Как это может быть такое, блин? Жалко собачку. Вот так вот, мы их тоже двоих решили. Персонажей. Ну смотри, вот этот, он очень сильный. Он реально очень сильный. У него много вот этих вот полосочек. Соответственно, значит, у него очень-очень много жизней. 64, смотри, всего лишь отнял 64. А он же фигачит, дай... Дай боже, да? Так, 117. 335 сразу в минусе, ты посмотри. 157, да они все какие-то... Ошалелые. Что это, 41? Да это мало. Нужно было, наверное, провокацию сейчас сделать. Что-то, может, я сделал не так, конечно. Смотри, все, хана. И этому, наверное, сейчас тоже будет хана. Блин. Ну, один к чуто не затащит их двоих, понимаешь? Ой-ой-ой, хорошо, ты молодец, к чуто, Сэм. Так. Надо собаку тут зафигарить. Это что, у нас лечилка есть? Ох ты, немножко подлечились. 203 в минусе. Офигеть ты, чувак, даешь, а ну-ка. Давай, это главное, чтобы он не ускользнул. Чтобы не промах был. 136 в минусе. Так, ну как бы еще есть небольшой шансик. Небольшой шансик есть. Что такое? Он не вынес его, ты представляешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну теперь шансов нет. Конечно, псину мы вынесем, но этот койот, он просто-напросто съест все наши жизни. Ай, но, ты представляешь? Короче, нужно мне еще прокачиваться. Сюда лезть, судя по всему, рановато. Так, ну что, мы, значит, наверное, сейчас на авто где-то подзаработаем илудиума. Если, конечно, у нас хватит. Так, сколько нам? У нас есть 21, да? У нас есть 21. Мы идем в компашку. Нам нужно 9. Нам нужно 9. Так, смотрим. 9 илудиума. Где нам заработать 9 штук илудиума? Так. Здесь 2, 3 и по 10. Так, давай посмотрим, где по 5. По 5 на атаку можно. Ну, тут я уже... Так, 2, да? Автопобеда. Ха-ха-ха-хэх. Интересно, есть здесь 2, в принципе, да? Это будет уже, если 2 по 3, это будет 6. Так, отлично. Деспирадо, наверное, тогда уже пса Деспирадо посмотрим, наверное, уже в другом видосике. Ребятушки, так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Как я вам покажу? Пса Деспирадо. Его ударчики. Так, ну что, здесь тоже 2.
Так, 8, по идее, и, по идее, вот так вот еще должно хватить на ядерный реатомизатор. Кто не знает, просто сейчас увидите и обалдеть. Там очень много персонажей сразу выпадает. Так, 31 иллюдиум у нас есть. Где? Вот он, ядерный, ядреный, погнали. Давай, 6 персонажей сразу, или 5. 6, отлично. И смотри, сразу 9. 22 части, представляешь? 19. Это обалденно. Вот это что тут крутой, Элмер. Так, Марвин. О, это что-то вообще мега крутое должно быть. Что это? Фагорн Легорн. Ну, видать, я не знаю, что на самом деле он такой крутой, как это показывается, да? Но если вот так вот открывается, это значит что-то крутое. Так, ну все, забираем. И, ребятушки, заодно, по идее, у нас тут открылся герои вестерна ящик. Так, тут еще бывает бабуля-ковбойша, там что-то еще. Так. Так, что-нибудь хорошенькое тут будет. Ну, такое. Ну, в принципе, вот этот котяра, Сильвестр Ковбой, насколько я помню, он именно крутой боец. Так. Три, мы сможем еще сюда перейти. Возможно, я вам все-таки покажу еще пса Деспирадо. Только мне нужно открыть, найти ящик, который желательно вот этот вот герой вестерна. Так, смотри. Блин, вот есть 6.35, 6 минут 30, 6 часов 35 минут. Долго. Больше нету. Что делать? Что делать? Ладно, пойдем сюда в класс 6. Так, Собакштейн, выходи. Где Деспирадо? Все-таки я вам его, ребятки, покажу, сейчас затестим. Так, а вместо тебя мы возьмем кого? Мы возьмем тебя. Вместо тебя мы возьмем кого? Мы возьмем Дафигуда. Все, погнали. Сейчас будем всех рвать тут. Тюек. Так, что это мы вот на лужайке в лесу? Кошки ели колбасу. Так, этот уже, смотри, сразу лечит, начинает лечить. Молодец, читерский скунсик. Так, ну и что, кто теперь? Да, фигу, давай массовую. Хомяк. Хорошо. Так, это что такое? Что творишь? Фу, завонял как. Так, смотри, пес Деспирадо. Смотри, сейчас револьвером стрельбанет. Смотри, глянь. Опа, вот так вот, минус 86. Такая шляпа на глаза надвинута. Такой прям крутой реально пес. Так, вот так вот. Чуто, что ты не добил? Мог бы поросенка добить уже. Порки. Порки Камергер, по-моему, его зовут. Так, все, от него, короче, мы избавились. Так, ну что, от Дафигуда будем избавляться. Так, минус 100. Слабовато. Так, повышение защиты у нас. Так, пес Деспирадо, смотри. Короче, вторая атака я уже знаю. Это какая? Давайте для начала используем третью. Она будет более лучше. Смотри, огромный мешок. Шумяк. Оглушили. Подбросили мешочек, короче. И потом стрельбанул в него. Так, а вторая, ребятки, атака у этого Деспирадо. Он, короче, делает всех невидимыми. Ну, это типа, чтобы на них не нападали. Все такое. Так, ну что, массово есть. Пригодится. Полетели стрелки. Так. Ух ты, что задумал, рэгбист? Какой злюка, а? Злюка рэгбист. Так, ой. Скунтик наш подлечил. Так, ну чё, с кем? Давай с этим. Видишь ты. А, он еще и вот так вот провоцирует нас, да? Смотри, вот эта вот атака. Посмотрел такой. И все стали невидимы. Скрытность. Вот так вот. Все легко и просто. Так, шемяк. Так, а скунсяра все воняет тут своими зеленым ядом каким-то, да? Так, давай уже заканчивать будем с этим. Так, что там, смотри, Деспирадо сам прям подлечился. Молодец. Ну и все, ребятушки. Победа на 3 звезды. Отлично. Так, украдено. Сейчас нужно кого-то назначить. Кто будет охранять это все. Это все дело хозяйства. Кому мы это доверим? Посмотрим. Так, назначить. И назначаем. Так, все, кто есть. По порядку, да? Так, Элмер. Элмер Фат. Закругляется. Так, ну что, ребятушки, на этом будем прощаться. Еще раз покажу вам своих героев, которые ждут нас в новых видео. Где они? Вот, это Койот Ракета. Дальше.
Эх ты, это я так буду долго, конечно, листать. Ладно. Регбист вот этот, в общем, Сильвестр Космонавт, насколько я помню, да? А, Астронавт. Он такой забавный, да? У него этот... Колпак, это как аквариум для рыбок. Потом какой-то тут король-король, королевский Бакс Банни, или что такое, король из Бакс Банни. В общем, еще дофигища персонажей. Так что, ребятушки, подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Вовкин. Пока-пока! Конечно же, не забывай поставить лайкос и поделиться этим видосиком с друзьями.